Всем здарова, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA Battle Line с обалденной рубрикой. Это рубрика «Эксперименты». Всем здорова! И сегодня, ребят, у нас подготовлена огромная коллекция различных мерседесов, которые сегодня мы будем тестировать на нашем водном эксперименте. У нас есть плавающий мост из бревен, и сегодня мы с Пашей на свой выбор выбираем мерседес, который должен преодолеть это испытание и добраться до другого берега. Если мы перевозим тачку, не утонувшись, то мы сегодня получаем 1 балл. А если тачка тонет, то мы получаем рулетку с наказанием и выполняем выпавшее нам наказание. Сегодня у нас есть коллекция от суперкаров до огромных джипов, а также бигфутов. Ну и напоследок протестируем военную технику. Так что, ребят, поддержите лайком эти обалденные тачки, мне будет безумно приятно. Мне даже интересно, кто сегодня победит в этом видосе. Ну а также не забывайте нажимать красную кнопку подписаться, чтобы не пропускать новые видосы, а также новые рубрики на моем канале. Ну а мы с Пашей погнали тестировать эти тачки. Ну что ж, ребят, мы с Пашей уже размялись по полной, подготовились, и теперь осталось только выбрать себе по машине, которая, по нашему мнению, сможет преодолеть вот это водное препятствие. Так что, ребят, смотрите, кто сегодня больше тачек перевезет, получит сегодня больше баллов. И, естественно, кто больше баллов получит, победит в сегодняшнем видосе. Ну что, Паш, давай, ты первый, либо я первый. Давай, я первый, выбирать, я хочу быть тачки. Да, конечно, мы подкинем, ребят, монетку и узнаем, кто с помощью монетки будет первый выбирать коллекцию тачек. Давай, ты будешь орлом или решкой? А я буду Орлом. Орлом, все. Орлом, если орел, да. Паша первый, если решка, я первый. Ребят, подкидывай монетку. Итак, Алиса, подкинь монетку. Так, орел, хочу быть орлом первым. Решка. Да, я первый сегодня. Блин. Все, ребят, я первый выбираю тачку. Ну, кстати, каждый раунд мы меняемся. Так что, Паш, тебе тоже, может быть, повезет. Смотрите, тут есть огромные такие здоровые тачки. Но мне кажется, чем тачка больше, тем хуже она поедет. Поэтому я возьму легкую машину. И самая легкая машина, это будет, конечно, наверное. Вот либо вот эта тачка, мне кажется, либо вот эта. Давайте, знаете что, я выберу самую большой подвеской легковую тачку. Ну-ка. Это, наверное, гелик! Черный гелик, полицейский! Вот ты и черный хотел, а все, а я забираю полицейский. А я самый крутой. Ой, нифига себе! Во, все, сажусь, короче. Ребят, аккуратно. А ты что? Ты что, садись? Я сегодня полицейским буду! А ты чисто бандит! Бандитский гелик! Ну, ребят, смотрите, пока что рулетку с наказанием никто не крутит, потому что никто тачку не утопил, но я еду первый, а Паша едет второй. Так, готов? Я поехал. Раз, два, три, аккуратненько, заезжаем, все. Ну, 6 колес точно должны проехать намного лучше, чем твои 4 колеса. Че, там боишься? Все, я даже не смог заехать. Аккуратно. У тебя он низкий, я говорю, я взял гелик, потому что у него самая высокая подвеска. Бам. Вы посмотрите на его ароматизаторы. Как они правильно называются? Во, подвеска офигенно работает. Не, я у меня просто танк, Паш. Я тебе отвечаю. Оп. Да, конечно, танк. Паша, у меня проблемы. Давай, толкай меня. Я не знал, что там дырка! А ты че колесами крутишь? Ты какаха, ты просто что сделал? Ребят, это что получается? С самого начала нашей рубрики мы уже крутим рулетку с наказанием? Офигеть. Я не знаю, я хотел перепрыгнуть, там дырень была из бревен. Ладно, ребят, тогда мы, получается, достаем нашу рулетку с наказанием и выбираем следующие тачки для следующего раунда. Ну что ж, ребят, мы уже добрались до следующего раунда. Второй раунд, а это значит, что теперь мы будем каждый крутить рулетку с наказанием и уже выполнять наказание, потому что мы утопили по тачке. Ладно, Паш, давай, какую тачку давай, ты себе забираешь? Твоя очередь, ну, слушай, первым, да. Из-за тебя тогда в первом раунде я упал, блин. Если бы не давай. Ты, то я бы выиграл. Так, и поэтому я возьму вот этот вот большой просто внедорожник. Серьезно? Чтобы военный бронированный? Да-да-да. Ты что, он же не проедет. Не, ребят, я хочу взять какой-нибудь суперкар, потому что суперкар они быстрые, и по идее, чем быстрее тачка, тем быстрее она и легче проедет. Давай я вот этот Мерседес юнговный возьму. А, кстати, стой, тебе рулетку с наказанием крутим, ребят. Достаем рулетку, точно. А теперь раз, теперь два, теперь три, погнали! Итак, давай. Я не знаю, крутится-вертится. И, ребят, это будет ехать сбоку, проколоть колеса, заморозка на 3 секунды, выбор соперника. Давай! Выбор соперника! Нет! Да! Подожди! Все, Паша, паркуйся обратно, Ребят, вы посмотрите, я теперь выбираю Паше тачку. Ну, слушай, Паш, давай-ка, знаешь, на чем? На этом или на этом? Так, начиналку. Энники-бенники ели вареники, энники-бенники бам. Ты помни то, что вот я первый еду. Давай, да. Вот это точило выбирай. Все. Ладно. Кстати, ребят, под прошлым комментарием я просил вас придумать новые наказания. И одно наказание, как видите, у нас добавилось. Это у нас ехать сбоку по бревнам.
ладно. И давайте я для этого наказания, получается, давайте я тачку выберу красную. Да, я хотел себе красный Мерседес. Красную Всё. Тачку, а ну теперь, давай, давай. А теперь я сажусь в тачку и достаем, ребят, нашу рулеточку. Итак, оп, давай, продолжаем давай. Крутить. Раз, два, три, погнали! Давай, 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 крутится, ну-ка, вертится, крутится, это, вертится. Это, я не знаю, я надеюсь, это будет поменяться, хорошее. Поменяться! Нет-не-не, ну-ка, да, от первого да, лица да. ехать задом, либо... Поменяться! Только не меняться, только не меняться, да. только не меняться! Нет! Хочу. Нет! Поменяться тачками! За что? Это Для карма. Чего я тебе выбрал эту тачилу? Ребят, вы посмотрите, придется Молодец. На Катюше ехать. О, это карма, вот это карма. Все, давай, Паш, ты едешь первым, у тебя удачи. Давай, а я тебе давай сразу, иди сюда. О, иди сюда, нет. давай, О, давай. Ты что, ты мне повел машину? Нифига ты полетел. Слушай, ну да у тебя тихо. Тачка легкая. А ты что там сбоку встал? Ну-ка, так, сама, я ребят, могу. А я могу тормозить, прикинь. Ты серьезно тормозить можешь? Да, ребят, да, да. а давайте Все, проверим. Давай, я могу тормозить. О, Паша, да, лучше езжай быстрее. Подожди, я газую. Давай, 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 давай. Ребят, надо. Это... Ой, она сразу ко дну пошла. Ну, ребят, блин, я еще пока ни одну тачку не довез. А, Паша, ты доехал на Мерседесе? Я довез, да-да-да. Ну, блин, все-таки я знаю толк в автомобилях. Я был уверен, что красный Мерседес доедет. Только жалко, он тебе выпал. Точнее, поменялась с тачками. Все, у Паши есть первый балл за его первую тачку. А у меня снова рулетка с наказанием. Блин, надеюсь, будет крутая рулетка. Погнали это и выясним в следующем раунде. Теперь, ребят, снова моя очередь выбирать мне тачку. Ну получается, давай, смотри, ты и я первый был, потом ты первый, теперь я первый, да. Ребят, давайте, наверное, заберем. Слушай, ты хотел зеленый внедорожник, а давай-ка так. я его заберу, чтобы ты его в этом раунде не взял. Ох, ребят, ты, я блин, его какой? Забираю, ладно. И потому что Паша был уверен, что он проедет. И, ребят, крутанем рулетку для меня. Раз. Два, три, погнали! Итак, ну-ка, давай, 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 давай. Выбор хорошая. Соперника. Какой выбор? Выбор? Я тебе дам выбор. Ты мне КамАЗ выбор. Выберешь, я знаю. Итак, ехать сбоку, проколоть колеса, заморозка на 3 секунды, либо... И выбор. Либо это, либо это... О, это дается 10 баллов тебе. Чем мне, мне. Да. Мне? Да, это такое новое наказание. Блин, это выбор такое? Соперника. Ладно, выпал выбор Реально? Соперника. Да. Ребят, блин. Хотел Пашу Ладно. Немного надурить. Ладно, Лёха, давай. Лёха. Какую? А ты знаешь, где? Я не да. буду тебе как бы это... Не будешь? Это сказать. Да, да. Хорошую я не буду тачку? Тебя давай, тяжел. Хорошую да, тачку. Я и тебе выберу да? хорошую машину. Ну, я давай. Я тебе выберу вот нет, этот вот нет, желтый суперкар. Желтый? Ты чё, у него колеса железные, он не едет. У него нормальные колеса. Ах ты, негодяй. Ладно, все, ребят, я сегодня на суперкаре. Давай, а ты что себе берешь? А я выберу вот этот вот из будущего тоже. Нифига, это такой, тачка! Битва тачек будущего! Ладно, ребят, но я уверен, что моя тачка проедет 100 пудов, она довольно легкая, а там бревна, смотрите, волнами ходят. Ладно, Паш, я беру разгон, потому что моя тачка не заедет. Давай. Итак, раз, два, три, погнали! Мерседес ну-ка, будущего! Ну-ка. Кстати, ребят, сегодня реально битва Мерседесов. Ребят, это вы просили много в комментариях именно Мерседесы добавить для нашего испытания. Она не едет! Она по бревнам не едет! Смотри, а нет, хотя не едет, едет. Хотя едет, все нормально. Офигеть! У меня, походу, Видишь, первый балл тачку. Будет. Все, у меня желтый Мерседес доехал, это мой бананчик будет. А давай, твоя очередь, Паш. А хочу. Я сейчас попытаюсь. Давай, ну-ка, едем. Едет, смотрите. Да, ну, блин. Ну, все-таки это Мерседесы будущего, ряд. Это Мерседесы да, будущего. Это Они-то сто пудов доедут. Ну-ка, у меня ну-ка, есть гравипушка. Слушай, давай, я давай, ты. Давай, давай. А если я дырку гравипушкой сделаю тебе вот тут Тихо, по бревну? Вот тут дырка, нету. Дырка. Давай, 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 давай. Я ты чё? Газуй. Ты чё? Давай, газуй. Паша, давай. Газуй. Еще немного. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Это Ай. Красивый финиш, красивый Перевините финиш. Меня. Ну, ребят, у каждого получается по одному баллу. У Паши один балл, еще один балл. Это два балла, у меня всего один. Блин, ну зато я без рулетки первый раунд сейчас проведу. Погнали к нашим следующим автомобилям. Ну а теперь, ребят, мы добежали снова до нашей коллекции автомобилей. Смотрите, у нас остался один Мерседес будущего, один спортивный Мерседес, потом вот такой лимузин получается Мерседес. О, Мерседес на больших колесах. У нас тут есть даже Роллс-Ройс. Это, знаешь, младший брат и старший брат. И получается у нас еще 4. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, 5 военных тачек. Давай, Паш, что ты выбираешь? Ты первый, потому что... Ну, слушай, ты знаешь, ты сейчас подметил вот эти вот бигфуты. Да, бигфуты. И я выберу старшего брата. Старшего брата. А что ты стал? Ладно, ладно. Я тогда младшего заберу себе. Ребят, давай, смотрите, давай, какой офигенный бигфутик. Нет, стоп, это у меня апельсин. Давай, придумай название своему. Апельсин. У меня акула большая. Реально акула. Мегалодон. Подожди, у меня оранжевая акула. Это Мерседес называется акула. Ладно, давай, Паш, езжай. Ой, ой, ой.
Я под тебя заехал. Ну так, посмотрим, насколько хорошо он проедет. Ребят, пока что мы не крутим рулетку, потому что никто не утонул. И кстати, давайте так, раз вы писали много под прошлым видосом, чтобы мы добавили Мерседесы, то напишите под этим видео, какие тачки вы хотите видеть в следующем видосе. Может быть, BMW, может быть, какие-то Audi, Lamborghini. Чисто коллекция Lamborghini только, или коллекция Бигфута. О, реально, это было бы круто. А прикинь, все подписчики напишут чисто разные Бигфуты. Мерседес Бигфут, потом Бигфут Монстр Трак, Hot Wheels Бигфут. Ребят, пишите обязательно в комментах. Ты проехал! Но они пока моя писали, очередь. Я уже проехал. Слушай, давай. Знаешь что? А я сделаю вот так. Я задом проеду. Я настолько крутой, что сам задом. Да, отвечаю, смогу задом. Смотри, на изи, ребята, да же задом проеду. Ребят, знаете, почему я задом еду? Я рассчитываю на ваш лайкусик. Кто еще не поставил лайк, ребят, поставьте. Вот ради вас задом проеду. Паша, уйди в бок, уйди в бок. Я сейчас от тебя отскочу куда-нибудь в канаву. Уйди, вали. Ой, у меня проблема. Тут дырка, там дырка. Ребят, едем назад. Мне нужно... Я испугался, подожди. Я передумал. Ты реально назад поехал. А там дырка, там только с разгона можно. Ну-ка, все, ребят, это взлетная полоса. Раз, два, три, разгоняемся, давай. Ты там дырку своим, уйди с дороги. Уйди. Паша, уйди. И, ребят, разгон, давай. Ты проехал. Да, я перепрыгнул. Ребят, это офигенный Бигфут. Надеюсь, вы поддержите лайкусиком. Я и задом, и передом проехал два раза. Все, я паркуюсь вот там, возле своего желтого Мерседеса. У меня есть такая апельсинно-лимонная коллекция. Ну и погнали к следующему нашему раунду. Теперь, ребят, у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 тачек разделить на 2, это 4 раунда осталось. 4 раунда. Итак, Паш, моя очередь выбирать первому себе автомобиль. Давай. Слушай, и смотри, кто-то пытался броневик брать, ему ни разу он не выпадал. Поэтому я попробую еще раз его выбрать. Надеюсь, хоть час он достанется мне. Все, я его забираю себе. Давай, Паш, твоя очередь. А я выберу, наверное. Забери вот себе лимузин с пулеметом забери, давай. Вот этот. Не хочешь? Он бронированный, да, тяжелый. Да, он тяжелый, пойдет ко дну. Так, давай, тут этот есть Мерседес будущего, может, ну, его взять. Забираешь? Давай, бери, да, все. Я его забираю, у него же его это неоновые колеса, может, он летать умеет. Итак, да, ребят, да, проверь. А у тебя даже не сбоку не крутится. Раз, они два, крутые. Три. Все. Вот сейчас стоп-лоп проеду. Надеюсь, там дырки уже нету той. Бровно ее заполонили. Ну-ка! Да, ты был прав, этот... Он офигенный внедорожник! Он хорошо едет, я на нем даже не потоплюсь! Ну-ка, ты там на Мерседесе своем проедешь? А я отстаю, я тебя жду. Кстати, это может тоже Мерседес, знаешь? Военный Мерседес, есть такие интересы? Ребят, наверное, ой, а тут все-таки дырка! Дырка! Ребят, аккуратно! Так, надо как-то Паше немного бревна потопить, давайте ему. Вот так, немножко... Ой, ой, ребят, плохо! Дело! Я застрял! Все, выехал. Давай, Паш, я посмотрю на тебя, как ты тут проедешь. Сейчас я проеду. Я-то привез третий балл, у меня уже третий балл. У тебя тоже три балла. Ну-ка. А ты где? Застрял! Где он застрял? Я даже не вижу! Куда? Я в середине! В смысле в середине? Ты под водой, что ли же? Ну-ка, я его не вижу, ну-ка. Рядом? Где? В середине. Я не вижу, ребят! А ты что там едешь? Давай доезжай нет, до конца. Нет, я застрял! Охренеть! А вот он, ты вижу тебя, ты просто попал. Ты заглох! Ни хрена себе! Ребят, что стой, развалю, дай подбегу, у тебя там что-то с тачкой не так вообще. Ребят, мы только посмотрели. Реально, что это за блин такой? А он заглох, он тебя заглох, он же это, утопился, все, она не едет. Ребят, походу, мотор-то электрический у него заклинил из-за воды. Ну все, Паша крутит рулетку с наказанием, а я получаю свой еще один балл. Погнали к следующему нашему предпоследнему раунду. Осталось-то у нас всего 6 Мерседесов. Мерседес Суперкар, Мерседес Лимузин бронированный и вот такие 3-4 военных тачки. Блин, я, наверное, себе военную тачку. Ладно, давай, бери тачку, потому что ты будешь крутить рулетку сейчас. Итак, сразу достаю рулетку, давай. Я надеюсь на рулетку поменяться тачками, поэтому я беру вот эту. А прикиньте, не выпадет поменяться. Кстати, ребят, смотрите, еще за сегодня ни разу новое наказание не выпадало от подписчика. Это ехать, получается, по боковым бревнам. Чисто сбоку, короче, прижаться. Ну, надеюсь, оно тебе выпадет, потому что ты сразу потонешь. Ладно, раз, два, три, погнали! Итак, крутится. А я, ребят, наверное, себе заберу из этого вот этот джипчик, да. Ну-ка, Паш, давай, чё тебе? Итак, я ехать знаю, задом. Ну, слышь, да! Ты кто такой? Да! Ты экстрасенс? Да!
Да, ты экстрас! Поменяться тачками. А, ну окей, да, я себе забираю тогда вот этот КамАЗ, ребят. Все, я КамАЗ. А, нет, другой давай. Выбирай. Ага, все, я на КамАЗе буду. Все, я на КамАЗе. Мой выбор КамАЗ. Так что меняемся тачками. Ну, ладно, я... Давай. Ребят, это жесть. Это будет вообще невозможно. Паш, ты едешь первый. Слушай, а у меня-то тачка полегче, она маленькая, у меня такая, да? А у меня полегче, да еще. Ребят, Телерос, самая жесткая рулеточная серия. Давай, езжай. Ой, ну-ка, ну-ка. Ё-моё. Слушай, ты нормально едешь. Давай. Да, нормально. Пошел ко дну, Титаник тонет. Ребят, ой, а что это я? Я назад не могу сдать. А нет, могу, как черепаха. Давай, 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 давай. Ты меня тут бревна потопил. У меня тачка назад едет. Я разгон. Ладно, раз, два, три. Давай, давай, давай. Главное взять разгон. Главное взять разгон. Ребят, я еще проеду. Да, я еду на ней. Ребят, вот это лайк. Вот это лайк. Ой, слушай, она быстрая. Она реально быстрая. Смотрите на бревна, ребят. Это что с ними стало? Они поменяли свое местоположение. Они вместо параллельного, перпендикулярно или как-то традиционно встали там как-то. Короче. Треугольником, короче, встали. Квадратом. Кругом, короче. Все. Зато у меня есть один балл, а у Паши снова рулетка с наказанием. Ну, Паш, ты сам хотел меняться тачками, так что твой выбор, в принципе, твой выбор. Все, ребят, у меня уже 4 балла, у Паши всего 3 балла и остается предпоследний раунд. Вы посмотрите, пока что кому-то сегодня может остаться либо военный грузовик, либо полицейский грузовик, либо лимузин из арены вар, ой, из арены вар, бронированный, либо обычный спортивный. Давай, кто первый? О, я первый! Ты я первый, себе лимузин забираю. Да, лимузин, да. Лимузин. Давай, Паш, что ты себе забираешь? Чё? Ты это не ой, лимузин. Не лимузин, ну, суперкар, я хотел сказать, да, перепутал. Эй, давай, что берешь, что берешь? Ну, я, мне наверное, кажется, выберу... Вот чего? Эту полицейскую тачку. Полицейскую, серьезно? Знаешь почему? Почему? Потому что оно умеет стрелять, умеет там стрелять. Смысл стрелять? Ты что, охренел, что ли? Ладно, ребят, тогда готовимся. Я еду первый, а Паша едет прямо за мной. Ну что, ты готов? Ты что тут задымился? Конечно, я готов. Здрасте, ты че, газовые шашки у тебя есть там? Да. Ладно, раз, два, три, ребят, попробуем заехать медленно, не знаю, получится, не получится. Вроде должно. Ой, не получается. Стой! Стой! Я могу тебе стой! Помочь! Не надо мне помогать! Отстань! Ты что делаешь? Ребят, надо брать разгон, короче. Ладно, раз, два, три, чисто с разгона. Газуем давай, на газуй! Максимум! И, ребят, вот эта тачка, вот я уверен, на 100%. Этот Мерседес сможет проехать. Давай, давай, ты развалюха, он стоит, боится, смотрите, ехать сейчас даже. Я постреляю да, по тебе. Конечно! Убирай свои газовые шашки там, не стреляй! Ребят, ребят, и самый крутой вот этот мозг, который чисто вот так. Ай! Так главное, чтобы он так. Ай! Что за бревно тут стало? Нет, давай! Воу! Чё такое у тебя? Ты видел? Ты видел? Я! Ты как? Чисто по одному бревну проехал. Ты как ребят, это сделал? Ну, это однозначно лайк. Это однозначно лайк. А мы сможем 10 тысяч лайков набрать. Пока что один раз только удавалось рекорд поставить. Why? За один день 10 тысяч лайков. Давай. Прыгай, вода, прыгай, вода. Давай, давай. Я кричал. Эй, не подъеди. Куда газы? Че, не едем? Бревна какие-то. Серьезно? А, ты на бревне застрял там, что ли? Ребят, походу кто-то потонет. Ладно. Ой, я за себя подкинул. Ой, 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 ой. Где я? Где я? Выпустите меня. Я под водой, блин. Вот, тут гелики наши стоят. Ты заехал? Че там у тебя получается? Я заехал, наконец-то. Ребят, получается, у Паши все-таки есть еще один балл. Ну что, Паш, готов к нашему последнему раунду, последнему испытанию. И уже посмотрим, какой сегодня будет победитель. Ну и, ребят, теперь очередь Паши выбирать тачку. Блин, ну, слушай, почему твоя очередь? Выбрать, очень, нет, я выберу вот ту, эту. Вот ту, вот ту. Блин, вот была бы сегодня у меня рулетка. Слушай, а давай, ладно, не будем. Или крутанем рулетку. Нет, нет, не будем крутить. Нет? Ладно, ладно, не будем. Ребят, а то была бы рулетка, могли бы поменяться тачками. Ну все, ребят, да наконец-то надо. Последний раунд без рулетки. У нас всегда на последний раунд рулетка была. Паш, ты готов? Давай. Конечно, езжай готов. Первый, а я поеду я за тобой. Прям ровно за тобой. Ладно, шучу, ой, не поеду ой, с тобой. Ой, ой, бревна я добил. Поехал, давай, вот, удачи! Че, реально все бревна потопил? Ты нормально перевернул вверх ногами! Так, ребят, ты ладно, попробую рискну ехать за Пашей. Я надеюсь, я тебя догоню и потоплю. Давай, давай, не давай, надо. Давай, давай. Я иди чисто... за мной! Стой, а че у тебя такая легкая тачка? Как ты так уедешь-то? Ты проехал? Я проехал, да, я проехал. Я по бревнам сейчас тоже проеду. Вот! Не надо? Здорово, здорово, ты сейчас сюда. Ушел отсюда, ушел! Смотри, я даже две военные тачки сегодня довез. Ребят, слушай, это самое, мне кажется, многотачковое видео сегодня. Потому что никогда так много тачек мы еще не привозили. Ну-ка, раз тачка, два тачка, три, четыре, пять и шесть. Шесть тачек у меня, а у тебя сколько? У ой, у тебя вообще каша-малаша. Раз, два, три, четыре, пять. Пять тачек!
мячик! Ребят, это получается, я сегодня получаю первое место в этом видосе, потому что я намного больше машин смог довести до самого конца. И получаю сегодня первое место! Ну что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, поддержите его обязательно лайкосиком, а также, напомню, напишите в комментариях, какие тачки вы хотите видеть в следующем видосе по этому водному эксперименту. Ну а с вами сегодня был Джоу Флэзин, ссылка на базу будет как всегда в описании, не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Всем удачи, ребят, всем пока! Всем пока, народ!